Привет, ребята! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я и, конечно же, Сергей Юрьевич выбирает вкусняшку. Выехали на троллинг, решили потаскать за собой воблера. Погода сегодня, как видите, очень суперская. Сегодня у нас 10 ноября, и мы начинаем. Немножко уровень воды поднялся. Вот. Ну, буду пытаться, опять же, продолжать разлавливать свой ротлин. Ну, вот такой вот шадраб я буду использовать. Ну, пытаться разлавливать на втором спиннинге. Ну вот, спиннинги запущены. Сергей Юрьевич тоже заправлен. Не, удочки заправлены, я не заправлен. Серег, как ты думаешь, что сегодня будет? Не знаю. После этих ветров я не знаю. Ну да, ветра были довольно большие. И плюс уровень воды опять же поднялся на сантиметров 15-20. Ну, сейчас надо искать цвет. На что рыба будет отзываться. Первая поклевка. Тащил один спиннинг и думал перекинуть. А тут, пожалуйста. Серега, тихо. Как раз на тебе. На меня? Ратлин сработал. И еще починка. Благодарствую, Сергей Юрьевич. Такая где-то, наверное, как полторахи, может, полтораха. Как бы не был бы вариант, как в прошлый раз. Начало хорошее, продолжение у меня совсем никакое. Серега своего Джексона, пучеглазика, это трофейный воблер, который мы нашли. Но время от времени он выстреливает довольно прилично. Давай. Вторая поклевка. Давай. Да, я потом посажу. В этот Давай. Раз поклевка на шадраб. С ударчиком. Ну, что-то не сильно большое. Так возьмешь? Рисковать не буду, да? Да, да, тоже за хвостик. Таня, пешком сейчас пойдешь. Серега, извини, начало положено, блин. Надо будет мерить. Не хочу. Не хочу, чтобы крючки в пальцы впились. О, как-то даже легко вышло. Так, дай, пожалуйста, метромер. Есть там 50. Будет? Конечно. Есть. Ну ладно, померим. Да. 44. Да. 54 где-то. Сергей Юрьевич заманухой занимается. Вот идем по гребеночке. Здесь такой ракушничек. И вот как раз на свале с ракушника обычно бывают поклевки. В общем, сегодня клев, как говорится, есть. Народу сегодня не сильно много, но рыбачки есть. Серега дождался. Так гнуло. Наверх поднялась. По-моему, что-то не забагрил ли ты кого-то? Наверное, по поклевке что-то было такое. Потому что когда загибало, интересно так, плавненько. Точно забагрил кого-то? Ну, лещавого, может, хватанул. Фанера! Такой. За горбину. Ну, так тоже бывает. Грамм 300-400.
был реабилитирован. Серега, кишки прогревает. Война войной. А чай по распорядку. Ребята, ваше здоровье. Конечно, это не алкоголь, а чай. Прошло где-то полтора часа, можно сказать, вообще в сухую. Первые были две подряд практически, а сейчас затихло. Ну, будем ждать, когда у щуки все-таки рот раскроется. Ну, то есть клев начнется. Серега заскучал. Надо магазин отбежать. К магазину, Саня. К магазину надо ехать, а такого клева нету, да? Дикие лебеди, дикие лебеди. Такой же вариант, как в прошлый раз. Выпускал, выпускал и на опускающуюся клюнул. Не знаю. Блин. Ой, куда это пошло. Серега здесь. Вижу, вижу. Ушла, подожди. О. Есть контакт. Ха-ха-ха-ха. Ну вот такая вот закилошка. Сколько же можно, Сергей Юрьевич? У тебя сколько загибов уже было? И ни одна не села, блин. Трудно сказать. Загнула просто, подсела. Прям в руках. Как-то идет, интересно. Блядь, зацепил кого-то? Может быть. Как раз на ракушнике. Не, по-моему, щука будет. Куда пошла? Домой. Вот так. О, танцорчик сработал и отцепился. Все, смотри, они все как-то... Они все не в заглот. Все еле-еле. Поэтому у тебя столько промашек и есть. Что-то подцепил, по-моему. Как-то чуть пригнуло. Винтом идет. Не, щупачок. Не, линявый. Серега, блядь, ты возьми сачок, ёптвою мать. Линявый. Игру линявый. Ну вот этого сюрприза я точно не ждал. Ох, это да, металюга. Смотри, какой красавчик. Ты бронзовый. Серега, уже наверху, по-моему, забагрил кого-то. Да, винтом пошел. Вон куда, в ту сторону ушел. Да. Тоже леща, блядь, зацепил. Лещавый? О, это хороший гусек. Серег тут без подсака. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Хоть леща зацеплю, блядь. Слушай, мы сегодня ловить будем или херней заниматься? Ой, отцепился. Серега решил лещавого взвесить. Кило 50. Кило 50. Ну, видишь. Опять кого-то забагрил. Ну, этот раз, по-моему, фанера. Ну вот так вот тоже бывает. Аж двумя крючками.
сейчас. Лучше блещавый уж тогда был для разнообразия. Да, какая-то фанерина, по-моему. Сошла. Фанерка была. Ребята, ну вот такое, хочешь не хочешь, надо было заснять. Смотрите, какой ершавый. Ну надо ж так вот бывает. Крупняк. В общем, наколотил я разных рыб. Да, редко бывает на озере вот такая вот тишь да гладь. Вот и сетка стоит. Когда уже эти сетки запретят, достали они уже здесь ставить эти сетки. Неужели, Сергей Юрьевич? Это как расценивать? Как утешительный приз, Серега? Такая тоже где-то за килошка, кило 200, может быть. Ой, скрутила она тебе. Серега еще не уверен. Но проверить надо. Есть, я уже вижу. 54, 53. Ну все. Утешительный приз. Я буду потихоньку складироваться. Пока в берег не упрусь, да? Ну, вот такая вот рыбалка у нас получилась. У меня 4 щуки и 1 линь забагренный. У Сереги 1 щука и 1 лещ. Конечно же, поклевок у Сереги было много, загибов, но какие-то они все без продолжения. Ну, как есть, так есть. Вот. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Если не понравилось, ставим дизы. Всем пока и до следующей рыбалки. Ну, вот такой вот конечный результат. Сейчас попробуем взвесить линя. 100 кило. Да. 105 кило. Вот так будет правильно.